Всем привет-привет! Я же в отпуске! Меня нет! Хватит меня доставать сообщениями, когда стрим. Ребята, в конце лета, ну где-то в августе, ну как приеду, там посмотрим по ходу дела. Ну а на ваших экранах сейчас смертник. Смертник идет на смертную фуру. Интересно, сколько же он слил до этого фур, что здесь решил выиграть? Итак, мы идем в 4 руха, 2 титана и 1 созидателя. Не знаю, созид, наверное, чисто так по приколу с собой взяли, ну не знаю, хотя, думаю, рух, наверное, был бы намного лучше. Но тут судить людям. Итак, тактика очень интересная на прохождение фуры. Но вот фармом это назвать как бы нельзя, но вот челленджем можно. 7 человек. С большими затратами, с хорошим дропом ключей в конце. Все это смертник и его шайка. Красавчики, вообще молодцы ребята, хорошо прошлись, мне понравилось. Я посмотрел, но дороговато, если честно, немножко дорого. Поэтому думаю, что фарм, наверное, все-таки выгоднее, чем эта фура с ложки всем. Ладно, вы досматриваете и, конечно же, пишите в комментариях, стоит она того или не стоит. Лучше на фарм сходить в простую фуру или все-таки на сложку так сходить и оторвать несколько золотых ключей или зеленых ключей. Ну ладно, решать, короче, вам. Буду читать ваши комментарии.